Доброе утро. 24 января 2023 года. Одесса. Отвратительная погода. Такое же отвратительное настроение. Я думаю, вы слышите звук генераторов. Света становится почему-то все меньше и меньше. Лично у нас вообще должны были вчера включить 9 часов свет. Вечером включили в 12. Целый день света не было вообще. Ну вот так, в Одессе 1 градус тепла. Но я бы сказал, наверное, больше 1 градус холода. Это больше похоже даже на 3 или 4 градуса холода. Машина вся потеет, запотевает. Из-за разницы температур. Кондиционер, когда я включаю, не помогает. Можете даже не писать. Вот. Ну, вот начинается самое неприятное. То же самое, что и год назад, я помню. Когда война началась. Отвратительная погода. Отвратительное настроение. Вот. Ну, ничего с этим не поделать. Но сейчас, вы знаете, хоть есть разница по сравнению с тем, что было. Когда начиналось, тогда... Вся Одесса уехала из города, и мы с моей девушкой остались одни. Я помню вот это вот ощущение страшное, как в фильме. Кто там? Я... Легенда. Я легенда, да, с Брюсом. Брюсом. Так, это Брюс Уиллис был? Какой Брюс Уиллис? Ой, блин. Конечно, не Брюс Уиллис. Как его этого? Чернокожего. Уилл Смит. Брюс Уиллис, Уилл Смит, видите как? Короче, с Уиллом Смитом этот фильм. Я легенда, когда он ездил один по городу на Мустанге. Вот это было то же самое. Я думаю, мало кто поймет, кто не был в Одессе в этот момент. Когда ты выходишь из дома, вот такая погода, и ни одного человека на улице. Вообще никого. Только одни бомжи и алкоголики. И мы идем в магазин, в котором нет вообще ничего. С пустыми полками. Ну, сейчас, конечно, по сравнению с тем, что было, повеселее, скажем так. Вот, город полон, людей много. Но настроение примерно такое же самое. Что еще могу добавить? Спасибо. Один человек уже скинул деньги на PayPal. Не знаю, стоит выставлять фотографию с именем и фамилией или не стоит. Наверное, все-таки не буду, откуда я знаю. Может быть, человек не хочет быть публичным. Вот. Там, конечно, проблемка. Нужно опять данные какие-то верифицировать. Надеюсь, получится у меня вытащить эти деньги. Думаю, что да. Больше да, чем нет. Ну и если вы хотите все-таки вот скинуть деньги Котофеичам, скидывайте. Надеюсь, все-таки, несмотря на такое настроение, на такую погоду, мы поедем на оптовый рынок и затаримся для котеек, ну, хотя бы наполнителем. Вы помните, да, хозяйка рассказывала, чуть ли не 3000 гривен в день у нее уходит только на туалет для котофеек и для собачек. Так что, ну, хотя бы на день, на два можем поддержать этот приют в плане туалета. Очень все просто, можете скидывать, ну, ссылки есть на странице на моей в YouTube. Надеюсь, получится изъять деньги. Вот вчера, представляете, я рассказывал вам про Donation Alerts, и они наконец-то частично мне выплатили все те деньги, которые скидывали мне еще с 31 числа, если помните, был стрим, я вел. Еще вот с тех пор, уже сколько, сегодня 24, вот они только сейчас выплатили. Ну, это единственный вариант, как перевести деньги для того, чтобы мы купили Котеичам и Собакевичам туалет или корм, не знаю, что там, спросим у хозяйки этого приюта. Вот как придут, как смогу снять, так и сниму, и тогда и поможем. Но я надеюсь, что на этой неделе все будет нормально, что получится.